Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Есть картины, которые нравятся зрителям всех возрастов и поколений. Советский кинематограф оставил в наследство немало замечательных фильмов, которые хочется пересматривать не один раз. Практически все видели «Зеленую карету», «Разные судьбы», «Вербное воскресенье». Именно в этих фильмах и блистала Татьяна Пилецкая. Ее талант, обаяние и красота снискали заслуженную славу, отголоски которой слышны и сегодня. Сейчас актрисе 92 года. Несмотря на почтенный возраст, Татьяна Львовна выглядит замечательно. Она по-прежнему активная и не стареет душой. Слухи о романах со знаменитыми мужчинами, пока Пилецкая была молода, не сходили с уст поклонников. Она трижды побывала замужем, но истинную любовь встретила уже после рубежа в 40 лет. Ее избранником, с которым она прожила в браке больше, опять же, 40 лет, стал актер Борис Айгешин. 2 года назад он ушел из жизни. Первое замужество длилось 15 лет. Муж был моряком, часто уходил в рейсы, возможно, поэтому и не удалось сохранить этот брак. Даже несмотря на то, что пару объединяла общая и единственная для Татьяны Львовны дочь. С годами она стала очень похожа на маму, но выбрала для жизни иную стезю. Наталья всерьез занялась туристическим делом и открыла свой бизнес. У нее родилась дочь Елизавета, которую знаменитая бабушка просто обожает. Девушка стала художницей, окончила академию, и на ее счету множество замечательных картин. Местом ее работы является Русский музей, а еще она часто выставляется, и бабушка всегда посещает выставки ее работ. Если вы помните актрису Татьяну Пилецкую, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!